Этот яркий, ароматный и солнечный маник поднимет настроение всем. Его сможет испечь каждая хозяйка, ведь рецепт приготовления очень простой, а ингредиенты для маника всегда найдутся на вашей кухне. Этот ароматный солнечный пирог готовится практически из ничего. Ингредиенты для маника всегда найдутся на вашей кухне. Особых навыков для приготовления теста от вас не требуется, а съедается пирог очень быстро. Говорят, на второй день он становится еще вкуснее, но в моей семье он исчезает со стола очень быстро. Заинтересовались? Рассказываю, как приготовить ливанский маник с фуф. Будет вкусно, поверьте. 1. Отмеряем и насыпаем в миску все сухие ингредиенты. Столовые икры на меня 220 мл, желательно все продукты отмерять одним стаканом. 2. Тщательно перемешиваем сухие ингредиенты. 3. Вливаем молоко и растительное масло, тщательно размешиваем. Отставим в сторонку минут на 8-10. 4. Форму для выпечки, 18 см в диаметре, смазываем растительным маслом и посыпаем манкой. Можно дно формы застелить пергаментом. 5. Измельчаем орехи. Вместо кешью можно использовать любые другие орехи или семечки. 6. Еще раз тщательно перемешаем тесто и выливаем его в форму. Сверху равномерно посыпаем орехами. 7. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 40. Готовность проверяем деревянной зубочисткой. Даем манику остыть, в моей семье он съедается практически сразу, и нарезаем. Можно дегустировать.